В Таллине выставка «Русские иконы» вызвала настолько большой интерес публики, что экспозицию решили задержать в Прибалтике еще на 3 недели. Среди раритетов – произведения, которые в свое время были созданы в Ярославле. В Эстонии это первый публичный показ лучшей части коллекции – собрания Гуннара Сависаара. Здесь представлены произведения прославленных русских центров иконописи 17-20 веков. Кроме Ярославля, на выставке работы мастеров Москвы, Мстер и Палиха, а также старообрядческих мастерских самой Эстонии.